Строгий авангард. Мне кажется, очень четко по мне понятно, что я очень люблю строгий авангард. Любая женщина, она индивидуальность. И я считаю, что для того, чтобы ее запомнить, нужно обязательно запомнить не только ее глаза, в первую очередь, но и ее манеру одеваться. И насколько я считаю, что стиль женщины должен быть очень строгим, чтобы не перекрывать ее внешнюю красоту, ее душевную красоту, но в то же время и подчеркивать ее какие-то индивидуальные способности, возможности, будь то интересный покрой, будь то, допустим, простой покрой на яркий цвет, но в то же время, чтобы была определенная изюминка, чтобы была элегантность с определенным налетом изюминки.